На вторник, 13 октября, запланировано обновление данных об уровне инфляции в Англии. Подробную информацию вы узнаете в свежем выпуске экономического календаря на Дукаскопе ТВ. Я Моника Гибсон. Первыми в 6 утра будут опубликованы финальные данные индекса потребительских цен в Германии за сентябрь. По предварительным данным, годовой уровень инфляции составил 0%. Это минимальный уровень за последние 8 месяцев. В 7.15 выйдут данные индекса цен производителей в Швейцарии за сентябрь. Индекс понижается с конца 2013 года. В августе было зафиксировано максимальное понижение этого индекса с 50-го года. Ожидаемые данные индекса потребительских цен в Англии за сентябрь будут опубликованы в 8.30. В августе годовой показатель инфляции составил 0%, так как стоимость нефти достигла минимального уровня за последние 6 лет. В это же время выйдут данные индекса цен производителей в Англии за сентябрь. Индекс понижается уже 3 месяца подряд. В 9 утра выйдут ожидаемые данные индекса экономических настроений в Германии ZEW за октябрь. В сентябре данные индекса не соответствовали ожиданиям из-за усиления беспокойств по поводу экспортных рынков Германии, в частности Китая. Далее следует перерыв до 11.30 вечера. В это время будут опубликованы данные индекса уверенности потребителей в Австралии за октябрь от Westpac. В сентябре индекс понизился на 5,6 пункта. На этом очередной экономический календарь подошел к концу. В следующем выпуске смотрите обзор самых важных событий и публикаций среды. Всего доброго!